Инспекторы ДПС задержали водителя автомобиля, в котором было обнаружено 30 тысяч бутылок с некачественной поддельной алкогольной продукцией. 9-12-2014 года, ориентируясь в 18:00, нами был остановлен автомобиль КАМАЗ в рамках проводимой операции «Бахус» в районе поселка Виноградный. Водитель предъявил документы на транспортное средство, также он предъявил документацию на перевозимый груз, товаротранспортную накладную. В ходе осмотра мне товаротранспортная накладная вызвала сомнения в подлинности, потому как она была полностью, практически не заполнена и вызвала очень много нареканий, сомнений. На этом основании приступили к досмотру КАМАЗа и обнаружили коробки с алкоголем. Никаких документов на груз и перевозку не было. Подозрительная партия алкоголя сразу же была изъята. Сообщается, что перевозимое спиртное явно имело признаки подделки. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства нарушения и производится экспертиза изъятого алкоголя, по результатам которой будет принято решение о штрафах и наказании.